Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Nissan Murano. 2013 год выпуска, с бензинным двигателем, 3,5 литра, коробка, вариатор, пробег на автомобиле 67 тысяч километров. Клиент приехал к нам в технический центр со своими запчастями. Поменять передние тормозные диски с колодками и задние тормозные диски с колодками. По передней оси мы уже выполнили замену, установили запчасти, которые привез клиент. Но сейчас выполняем еще замену по задней оси. Демонтировали задние диски тормозные и выявили, что есть еще износ колодок стояночного тормоза. Видите, сверху, с верхней части колодка уже начинает отслаиваться и задирать ее. Ну, соответственно, мы будем выполнять еще и замену колодок стояночного тормоза. Все запчасти, которые мы поменяем, предоставим назад клиенту, чтобы не было сомнений, что мы выполнили их замену. По времени наш ремонт займет 6,5 часов, и сумма ремонта составит 8120 рублей. Мы несем полную материальную ответственность за все свои рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 24 месяца. Спасибо за внимание, удачи на дороге.